«Борьба субличностей» называется стихотворение. Вот день еще один настал, ушел я на работу и пришел, устал. И на вопрос, что на работе было, субличность первая предательски уж всплыла. Да, на работе все нормально, да не люблю об этом я, но чувствую эмоционально, как появляется опять она, гюрза-змея. Опять ползет неотвратимо, и за вопросами опять вопрос. И вот опять необратимо субличность вылезла вторая, все всерьез. Я отвечаю, будто нападаю, полки врагов, нападков им не счесть. И вот опять пред миром я теряю свое лицо и гордость, имя, честь. Опять я в коридоре узком, лицом к лицу с гюрзой, проходы все зажало. Ответом мне казалось четким, с чувством субличность третья отбивается от жала. Все, говорит, достали, надоели, уйду всем на зло. Я так решил, но прежде дотянусь я до змеиной шеи, чтоб монстру свой час тот час бы завершил. Была б катана сейчас, и не было б вопросов. Когда, зачем, за что и почему, закрыв глаза и пара переносов, все сделали, и части тела бы лежали на полу. Но вот уж мысль о том, что все враги убиты, и мысль о том, что это все не я, главы моей коснулись и разбита субличность третья, вдруг накрывшая меня. Я в зеркало взглянул, глаза вылазят из орбиты, и на кого похож вдруг понял я, что сам не свой и манипурой вбита до самой Муладхары анахата белая моя. Я вижу страшную теперь картину, в себе чуть-чуть со стороны, как тянет нас субличность в тину, в ту тину, что зовем эмоциями мы. Теперь ищу я точку входа в тот коридор, что вызвал ощущение мира. Теперь катану я использовал на поиск брода и выхожу из тины с атрибутом ювелира. Одно неверное движение криво, все аккуратно быть должно сейчас. Тут с уважением я сказал, а тут игриво, и аметиста блеск сверкал не для меня, для нас. Эмоции призма искажает странно. Убрав ее, не видно змея. И благодарен тем, кто неустанно меня ведет по жизни, видя, где я.